двигаясь по крайней левой полосе, из-за снега не видно, где линии разметки по сути идут. Правая полоса уходит на Тополево, к тебе туда, домой в Комсомольск. Тормозим. Красный загорается, видишь? Наша полоса будет. Вот она. Вот где видишь движение прямо, вот там у ребят движение направо. Мы останавливаемся перед стоп-линией, вот все, стоим. И наша полоса даже вот прерывистая ограничивается. Куда мы поедем? Ближе к светофору, который находится справа от нас. Поехали. Паша, видишь, он уже пошел по своей полосе. И вот, вот так едешь. Вот сюда. Вот, вот наша полоса. Вот, вот. Поняла? Все, и мы получились в первой полосе.